Привет! В этом видео поговорим о посудомоечных машинах, как ими пользоваться. Конечно, правильно прочитать инструкцию и все выяснить. Но есть базовые принципы, а с ними вы справитесь с любой посудомойкой, например, в гостях. Посудомоечная машина не работает просто на воде. Нужны специальные средства. Основа основ – это моющий порошок, жидкость или гель. Загружается независимо от формы в специальный отсек. Причем средство должно быть именно для посудомоечных машин. Заменять его обычным для ручной мойки не нужно. Она дает слишком много пены и может испортить машину. Соль для посудомойки нужна, чтобы смягчить жесткую воду и не допустить образования накипи. Засыпается в специальный бункер. Заменить специальную соль обычной можно, состав одинаковый. Но производители не рекомендуют так делать, все из-за того, что пищевая соль может оставлять осадок. В комплекте к посудомоечной машине обычно есть специальные тестовые полоски для определения жесткости воды. Результаты позволят правильно настроить расход соли либо регулятором в бункере, либо в меню настроек. Если вода слишком жесткая, можно установить дополнительный фильтр. Вот в этом видео мы рассказывали о фильтрах, которые смягчают воду для посудомоечной или стиральной машины, или вообще для всей квартиры. На очереди ополаскиватель. Он придает блеск, ускоряет сушку, устраняет белый налет и удаляет остатки моющего средства. Для ополаскивателя в посудомоечной машине есть свой собственный отсек. В маленьких посудомойках отсека под ополаскиватель может и не быть. Выручат моющее средство с ополаскивателем в составе. А еще есть универсальные таблетки. Они заменяют все компоненты и смягчают, и моют, и ополаскивают. Загружается все так же в контейнер или прямо на дно посудомойки. Таблетки предназначены для полного цикла стандартной мойки. Вместо целой таблетки экономные умельцы используют половинку или четвертинку. Или наоборот, можно использовать две. Вообще количество моющего средства и ополаскивателя зависит от программы, заполнения посудомойки и загрязненности посуды. Выясняется опытным путем. Загрузка посуды – особое мастерство. Надо, чтобы вся поместилась и при этом не перекрывала потоки воды. В нижнюю корзину загружается крупная посуда, причем складывать друг на друга нельзя. Ставить лучше вверх дном или на бок, чтобы не скапливалась вода. Главное, желая вместить как можно больше посуды, не перекрыть верхний или нижний распылитель. В общем, важно, чтобы работа механизмов не блокировалась, а посуда свободно омывалась со всех сторон. Самое грязное и большое рекомендуется складывать пониже, мелкие приборы выше, а узкие и тонкие предметы, типа тарелок, в центре. Но и безопасности ради не складывайте ножи острием вверх. Как вариант, можно разместить горизонтально, а хрупкая посуда не должна соприкасаться с другой, иначе может разбиться. Бывает посуда, которую в машине мыть нельзя. Список исключений солидный. Лучше внимательно изучить инструкцию к самой посуде. Например, сковородки с тефлоновым покрытием в машине мыть не запрещается, но сами производители не рекомендуют. Алюминиевую, чугунную, медную, лужённую, мельхиоровую, серебряную посуду без дополнительных защитных покрытий нельзя мыть в посудомойке. Сталь и эмалированную посуду можно. Нельзя мыть деревянную посуду, либо посуду с деревянными частями. А приклеенные части могут отвалиться при мойке, так что будьте внимательны. Что касается сложной техники, то инструкция – лучший помощник. Например, всех частей кофеварки в машине можно мыть лишь вот эту металлическую пластину. Самый простой и понятный вопрос во всем использовании посудомойки – это выбор режима работы. Если мало посуды, выбираем режим половинной загрузки. Экологичный режим сокращает расходы, но занимает больше времени. В ночном режиме машинка работает тише, а для особо грязной посуды можно включить предварительное замачивание. Главное то, что происходит после. Например, если посудомоечная машина не умеет приоткрывать дверцу после завершения работы, то стоит сделать это самостоятельно. Так и посуда быстрее высохнет, и сама посудомойка. Сразу вынимать горячую посуду нежелательно. В таком состоянии она более хрупкая. Пусть немного остынет. После работы посудомоечную машину надо протирать изнутри. Но если это модель с конвекционной сушкой, то лишней влаги там не будет. Как минимум раз в неделю нужно проверять фильтры, а при необходимости чистить. Проверяйте и разбрызгиватели, иногда отверстия в них забиваются. Фильтры нужно чистить, чтобы не было запаха, хотя с ним могут бороться и ароматизаторы для посудомоек. Ну и саму машину следует мыть хотя бы раз в полгода. Опять же, для этого требуется специальное средство. Даже если знакомство с посудомоечной машиной случилось внезапно, освоить ее несложно. Загружайте посуду, добавляйте таблетку, выбирайте режим и вперед. Но инструкцию все же лучше найти в коробке или скачать с сайта производителя и изучить. Пока!